следующей лекции вы узнали про два конкретных признака, которые отличают нас от не нас, от наших родственников. Но в реальности на самом деле таких признаков довольно-таки много. И многие люди склонны считать, что комплекс этих особенных признаков, этих замечательных свойств, выделяет нас из общей серой массы животных и растений заодно и ставит на какую-то принципиально иную ступень. И таким образом закрепилось давно, естественно, среди всех людей мнение, ну не всех, многих, мнение о том, что мы являемся вершиной эволюции. Такое практически недостижимое, недосягаемое для прочих живых существ, что мы уже все развили, мы идеальны, мы самые замечательные и фактически повелеваем всем. Ну, можно на это посмотреть на самом деле по-разному. Как оно в реальности выглядит? Понятно, что едва ли не самая главная особенность вроде бы человека – это его головной мозг. У нас, да, у нас большой мозг, который в среднем равен, ну, как везде пишут, примерно 1,5 килограмма, а в реальности в среднем 1350 грамм, ну, что, в общем, как бы не совсем одно и то же, ну, обычно так округляют, по-моему, 150 грамм. Но разброс довольно большой, надо сказать. То есть индивидуальный минимум для современного человека – 680 грамм, индивидуальный максимум – почти 2,5 килограмма. И где-то вот в этих пределах, где-то раза там в 3 оно гуляет, заключается наш размер. И действительно, мозг большой. То есть, что спорить, как бы наша голова большая, вроде бы мы куда-нибудь посмотрим вокруг, всех зверюшек меньше. Однако же, на самом деле, если вникать в детали и занудствовать, а, собственно, занудство сплошное, то выявляется, что наш мозг не такой уж прямо уникальный, как это ни странно. Потому что есть довольно-таки много существ, у которых мозг гораздо больше, чем у нас. У слонов, и африканского, и индийского, мозгов в среднем где-то килограмма 4, а на самом деле может быть и 5, и 6, и даже 7. А кто-то у какого-то слона намерил даже и 9 килограмм мозга. Ну, насчет 9 есть некоторые сомнения, но 4 в среднем – это точно. Самый большой мозг в среднем у кашалотов, у них даже в среднем больше 7 килограмм, а индивидуальные до 9 вполне себе дотягивают. И у китов, у сивала тоже там 7 килограмм почти, у синего кита мозг большой, причем не только крупный, но еще и внешне довольно сложно устроенный. Количество и рисунок, сложность рисунка борозды извилин на головном мозге и китов, и китообразных, и слонов, и китообразных гораздо сложнее, чем у нас. То есть наш мозг по сравнению с ними выглядит как довольно примитивно. Ну там, несколько борозд, ну в принципе, конечно, не как у тупаи, у которой там вообще нет борозд, но как-то у слонов и дельфинов веселее. Однако тут же, естественно, у всех возникает возражение, что ну как можно вообще человека со слонами и китами сравнивать, если слон весит 5 тонн, в отличие от человеческих, там, меньше 100 килограмм, а кит, так вообще там какие-то безумные массы, ну, разные киты по-разному, ну там, чуть не сотни тонн. И поэтому как же их можно вообще сравнивать? То есть это совсем не то же самое. Естественно, надо пересчитать объем мозга относительно массы тела. Ну и тут возникают сложности и проблемы, потому что есть масса всяких зверюшек, у которых масса мозга и относительно больше, чем у современного человека. Причем рекорд принадлежит муравьям, у некоторых видов которых, мелких муравьев, масса мозга составляет четверть массы тела. 25%. То есть это вот, вообще уже дальше некуда. У человека это там, процента 2 получается, так для масштаба. То есть у них в 10 раз больше мозга, чем у нас. К тому же еще, если учесть, что муравьи живут не поодиночке, а большой тусовкой, то получается, что коллективный разум муравьев, он на порядке больше человеческого, потому что, по сути, весь муравейник является одним организмом, и если муравейник большой, то там, в общем, даже если килограмм считать, там, ну, конечно, человечество не дотянет. Но, судя по тому, какие они отгрохивают муравейники, как сложно они устроены, и что они там творят, ну, в принципе, да, это так получается. Ну и муравьи, понятно, все-таки у них там этот мозг его и не разглядишь, то есть это там какие-то махонькие нейрончики, там само муравьи не видно. А есть масса более близких родственников, у многих мелких птиц, у колибри, у воробьиных, тоже масса мозга относительно там раз в 10 больше, чем у нас. И мыши, мелкие лескомоядные, всякие буразубки, и приматы в том числе, у капуцинов, у паукообразных обезьян, у всяких там игрунок, тоже относительная масса мозга во много раз больше, чем у современного человека. Даже у руконожки, которую я сейчас 50 раз скажу сегодня, тоже, в общем-то, больше получается.
Ну, тут, естественно, все начинают говорить, что ну как можно сравнивать какие-то там проценты дурацкие. У них же масса мозга 1 грамм, дай бог, если есть вообще. Ну, а многие даже и они сами меньше грамма будут весить. Так что это тоже ерунда. Поэтому надо посчитать, конечно же, не проценты, ну и, как мы уже знаем, не граммы, а надо посчитать какой-то хитрологарифмический указатель, который по-разному считается на самом деле, там есть несколько способов его расчета, ну, которые мы назовем, допустим, коэффициент интеллекта или коэффициент энцефализации, и посчитаем. Но, правда, получается такая хитрость, что посчитать коэффициент энцефализации можно разными методами, и тоже не во всех вариантах человек получается на верхушке. Можно посчитать такой коэффициент энцефализации, что человек ведь окажется на верхушке, и станет самым интеллектуальным, но это как-то слишком похоже на подгонку. То есть мы из многих вариантов вот, там, каких-то алгоритмов, делений, вычитаний, умножений подбираем именно ту комбинацию, которая ставит человека наверху. Ну так, так можно и кого поставить наверху, другие коэффициенты нарисовать. Поэтому просто такие вот цифровые измерения, они тоже как бы не очень получаются. Ну естественно, тут все говорят, что ну, ага, зато у нас есть неокортекс гигантский, у нас есть лобные доли, префронтальная кора, и она как раз делает нас великими и могучими. Однако же и тут не все слава богу, потому что, конечно, у нас огромная лобная доля, и исследования эволюции мозга показывают, что лобная доля у нас росла опережающими темпами быстрее, чем все другие доли, и она стала самая длинная, широкая, высокая, выпуклая, и этим мы, правда, замечательны. Но если посчитать, на самом деле, процент вот этой вот пресловутой префронтальной коры, ну, которая как бы такая мыслительная, думающая, к коре вообще в целом, да, то получается, что многие другие приматы, макаки, например, они, в общем, такие же, как мы. То есть по процентам вот этой самой мыслящей префронтальной коры к вообще коре, человек от макаки не шибко как-то и отличается, и вроде бы примерно то же самое. Но тут все, естественно, тут же говорят, что, ну, конечно, у макаки мозгов все ничего, а у нас трахеолог, ну, 1250, неважно. Но это опять как-то слишком похоже на подгонку. Поэтому просто ориентироваться на площадь и абсолютную, и относительную, тоже, честно говоря, не очень получается. Хотя, конечно, мы видим, что да, мы все-таки самые умные, мы все-таки самые интеллектуальные, но, если честно, пока вот некий такой интеграционный показатель один, чтобы прямо циферку какую-то нарисовать и сказать, что вот по этому показателю человек самый умный. Так никому еще и не удалось. То есть пытались, я говорю, разными способами это сделать, и по факту, да, здесь сидим мы, а не игрунки, и не буразубки, и не слоны, и не сейвалы, но однако же это результат хитрого взаимодействия и генетики, и биохимии у нас там как по-своему питается этот мозг, там передаются все эти синаптические сигналы, в смысле через синапсы сигналы, там, нейромедиаторы определенной концентрации там, и так далее, и так далее. Эмбриогенез идет определенным образом, онтогенез идет определенным образом, но, ну, эмбриогенез часть онтогенеза, но в единую циферку это уложить все же не удается. Ну и мы знаем, что мозг менялся, поэтому можно пытаться как-то еще взглянуть в прошлое, потому что у нас есть эндокраны, допустим, неандертальцев, кроманьонцев, ну и на самом деле много кого еще. И тут мы с удивлением обнаруживаем, что в прошлом, вообще это сплошь и рядом, по вот опять же прочим показателям, тоже мы как-то не на вершине, в общем-то, оказываемся, потому что у неандертальцев, то же самое, ну вот даже конкретно уже говоря, Шапелесена, например, мозг был в среднем больше, чем у современного человека, потому что у неандертальцев в среднем у мужчин 1500 грамм. Ну, по женщинам это трудно среднее посчитать, потому что их не так много найти на целом. Но все равно это грамм на 100-150 больше, чем у современного человека. И более того, у первых кроманьонцев тоже вообще-то мозг был в среднем больше, чем у современного человека. При том, что вроде как они более-менее бледные наши, ну, может, там не все, но тем не менее. Мы видим, что наша культура, она вроде как все-таки круче. И вроде как мы выжили, а не неандертальцы. И опять же, здесь сидят не неандертальцы, ну, хотя по генетике говорят, что там 2% у нас есть, но это не те проценты, которые заведуют мозгами. Генетика мозга, насколько мне известно, сейчас не очень-то хорошо, в общем-то, известна, но были такие хитрые расчеты, которые показывают, что
отличие нас от неандертальцев, это в основном отличие по тем генам, которые работают в мозгах. Ну, то есть брали просто образцы мозга и смотрелось, какие гены там экспрессируются, какие там гены работают. И получается, что вот именно по этим генам отличие нас и неандертальцев максимальное. Вот по цвету кожи там не ахти какие, вроде есть немножко, да, а вот по мозгам существенное. И получается, что отбор шел в основном по интеллекту. Ну, наверное, интеллект, раз это работа мозга, хотя, честно говоря, как бы работа мозга и интеллект не синоним. Как эти гены работают, что они там обеспечивают, за что они отвечают, это пока никому не известно. Потому что работа мозга слишком сложная, чтобы ее, опять же, как-то вот единым разом описать. Ну и более того, если, я сказал, посмотрим мы на график эволюции мозга так, в большом масштабе за последние, скажем, 7 миллионов лет, ну в реальности даже и больше, логарифмическая шкала, то есть видишь, вот это 10 тысяч лет, а вот это 6 миллионов. Ну, здесь вот на самом деле 20 миллионов уже получается. То видно, что где-то там миллионов за 7 вот от всяких там сахилянтров, допустим, мозги вначале не очень как-то росли у австралопитеков, ну так как-то ни шатка, ни валка. Потом вдруг они стали расти в тот момент, когда появляется род Homo habilis, род альфейсцы, которые начинают делать орудия, и прогресс со страшной силой движется вперед и, строго говоря, заканчивается где-то 25 тысяч лет назад на тех самых кроманьонцев. Ну, этот эндокран с Павлова как раз он как бы вот из этих и есть. То есть каждая точка — это конкретный мозг. Причем, как видите, рост шел неравномерно. То есть в определенные моменты что-то одно ускорялось, другое замедлялось. И если построить такие же графики для разных отделов мозга, отдельно для лобной доли, отдельно для височной, отдельно для заточной семенной, то они будут немножко эти графики различаться. То есть какие-то участки ускорялись, то замедлялись, а в определенные моменты мозг мог и уменьшаться. Ну вот здесь такой зависает одинокий мозг человека Флоресского, Homo floresiensis, у которого мозг усох с конца раза в два с лишним, потому что у предков этих флоресиенсисов, пятикантропов, явы, мозги уже были порядка килограмма, в среднем, ну, конечно, в разброс есть, да, но у гиванских пятикантропов где-то около килограмма, вот это они есть, вот эти треугольнички. А у их потомков, которые жили где-то там 50-90 тысяч лет назад, оказывается уже 400 с небольшим грамм, 420 грамм. То есть более чем в два раза мозг уменьшился. Поэтому размер мозга, он как бы не единственный вообще признак. И более того, эти флоресиенсисы, они орудия продолжали делать с этими маленькими мозгами. Ну и наши предки не в такой, конечно, степени, как эти хоббиты, но тоже стремились по той же самой скользкой дорожке. Потому что за последние 25 тысяч лет, как видите, мозги уменьшаются. Более того, здесь шкала логарифмическая, а если ее сделать прямую и просто посчитать килограммы на тысячу лет, ну, граммы, вернее, получается, граммы на тысячу лет, как это прирастало вначале и как это потом уменьшалось, то получается, что за последние 25 тысяч лет мы теряем более быстрыми темпами, чем наращивали с 2 до вот этих 25 тысяч лет назад. Ну, с 2 миллионов, в смысле. То есть мы вначале довольно-таки бодро наращивали, а теперь теряем гораздо более опережающими темпами. Мозг у нас страшно силой сохнет, и в принципе, может быть, не так быстро, как у флоресиенсисов, ну, тем вообще было хорошо, вот, если сидели на райском острове. У нас все-таки как бы, ну, не совсем, вот, если в окошко посмотреть, да, из пёсков, но мы себе его старательно создаем, по крайней мере. То есть мы уже не в сугробе все-таки сидим, там, в шалаше каком-нибудь, а в замечательном здании, с лампочками, с мягкими креслицами, да, и нам тепло, хорошо, и даже кормят. Так что получается, что вроде как большой мозг и сложный интеллект не особо-то и нужны. И отбор на интеллект исчезает, плодятся не самые умные, как это было среди пятикантропов, неандертальцев, а все, кому не лень, и все выживают, поэтому, в общем, вполне себе можно и усыхать. Так что, что там будет в последующем, большой-большой вопрос. И считайте, что мы вершина, ну, как-то сомнительно, ну, чисто зримая вершина, вот она, вершина, Бармаграйнде, один, на самом деле, у него было 1800 грамм, ну, да, много. И как-то вот не очень получается. Но есть другие признаки.
Кстати, мы много слышали про редукцию волос, но на самом деле волосы бывают разные. Есть просто волосы, которые волосы, а вообще-то у всех нормальных млекопитающих, и даже, видимо, еще до млекопитающих, и даже еще до волос, были вибрисы. Судя по черепам еще пермских зверообразных рептилий, у них вибрисы, скорее всего, возникли еще до шерсти даже. И первое назначение всех вот этих волосообразных штуковинок было, видимо, осязание. Ну, как сегодня звучало, ну и у человека эта функция никуда не делась. Я сказал, клопов пускать на студентов, это классно. Но первая функция, она, собственно, такая была, и она очень важная. Огромное количество млекопитающих имеют массу вибрис в разных версиях. Ну, вот здесь кошка, например, да, у кошки не только на морде, но и на лапке, если посмотреть. А у крота, например, вообще по всему телу, потому что ему актуально всем телом чувствовать. И это весьма существенно. Есть такие даже эксперименты на кошках, когда кошкам подрезали самые вибрисы, и получается, что они пытаются залезть в более узкие щели. И расчеты показали, что кошка, чувствуя кончиками вибрис края того, куда они там лезут, определяет ширину прохода и не лезет в такую щель, из которой потом не сможет вылезти назад. А если мы усики подстрижем, то она не может адекватно ширину оценить, и может там застрять. Особенно если она воздушная. Ну, теоретически из этого вопрос следующий чертов щекотки на длине у него усы. Вот это я, честно говоря, не уверен. Не проверял. Но в природе, в принципе, толщина кота она стандартная. Но у нас-то вибрис нет. И это отсутствие вибрис – это один из этих важнейших, наиключевейших признаков современного человека. Многим покажется, что ну как же, вроде у обезьян тоже нет. На самом деле, даже у шимпанзе есть вибрисы. И они есть у всех приматов, пусть даже в каком-то рудиментарном зачаточном состоянии, совсем крошечные, маленькие, но у обыкновенного шимпанзе, а ближе, чем шимпанзе, к нам уже никого нет, штуки 4 вибрисы на самом деле есть. Так снаружи их не видать, чтобы они там торчали, но где-то вот они там на мордочке у нее торчат. А у нас вибрис нет совсем, прям вот вообще-вообще. То есть исчезновение было довольно-таки поздним, потому что наши линии шимпанзе разошлись где-то там примерно 15-10 миллионов лет назад по разным оценкам, там плюс-минус, но, в общем, перед появлением австралопитеков, а может быть даже и позже на самом деле, может еще австралопитеки тоже было. Вопрос, почему они исчезли, это, честно говоря, никто не знает, потому что и у шимпанзе-то они вроде как не сильно работают, они тогда уже были не сильно нужны на деревьях. Но, наверное, когда с дерева слезли и лица уже ничего не касается, то и они стали вообще совершенно неактуальны, потому что, ну, зачем они совсем нужны? А более того, их исчезновение, может быть, чудесным образом сработало в плюс. Есть хитрые генетические исследования, которые показывают, что мутации, которые привели к исчезновению вибрис, каким-то очень хитрым биохимическим образом, я не понял, я статью пытался прочитать, но я не понял как, если вы можете ее найти и прочитать, привели к ускорению развития мозга. То есть через какую-то там мудреную биохимию, ну, через синтез, собственно, белков, да, вот, как бы ограничение на рост вибрис приводит к облегчению развития нервной системы и мозга. Поэтому может быть исчезновение вибрис дало нам разумность в том числе. Ну, может не сразу, там чуть погодя, но тем не менее. И как бы это, конечно, плюс с одной стороны, а с другой стороны, можно ли считать великим достижением исчезновения целого органа чувств? Вот это тоже как бы не факт, на самом деле. Ну, потому что жизнь стала беднее, строго говоря. У кошки жизнь богаче, а усиками может что-то трогать, щупать, а мы не можем. Поэтому мозги мозгами, а усики усиками. Ну, не только, понятное дело, вибрисы, как я сказал, они исчезли, может быть, из-за развития прямохождения. Ну, у нас много чего на прямохождение завязано. Ну, например, такой один из ключевых ведущих человеческих признаков, связанных с прямохождением, это положение большого затылочного отверстия, которое у четвероногих приматов смещено на заднюю сторону черепа, потому что голова на горизонтальном позвоночнике, а у нас более-менее на середину смещено, и голова на более-менее вертикальном позвоночнике, более-менее уравновешена. Ну да, это как бы прогрессивный признак, однако же можете на себе прямо вот сейчас проверить, если вы будете сидеть, все-таки не откинувшись назад, а более-менее прямо, и полностью расслабите мышцы шеи, то голова таки упадет вперед. То есть, сколько мы не прогрессировали, все равно у нас передняя сторона перевешивает. То есть, как у
нас не прогрессивно, наше маленькое лицо, небольшие клыки, маленькие челюсти, вроде бы такие большие красивые мозги, которые вроде бы вот там наполовину, по крайней мере, сзади, однако же все равно лицо перевешивает. Поэтому мы, конечно, прогрессивнее, как бы, да, вот этих обезьян и современных, и ископаемых, ну и в этом смысле ископаемые как раз ближе к современным, современным примитивнее, чем мы, а мы прогрессивные, потому что от ископаемых отличаемся. Однако же явно есть еще к чему стремиться. То есть, когда мы расслабляем шею, у нас голова будет или вертикально оставаться, или падать назад, прям мозги будут перевешивать, да, или вперед она будет падать из-за того, что у нас умная доля такая гигантская, вот тогда, да, можно будет гордиться и говорить, о, классно, теперь получилось. Но пока у нас лицо перевешивает, потому что оно лицо, потому что челюсти и зубы, то как-то говорить, что мы прямо вот совсем достигли идеала, не очень получается. Ну и к тому же у приматов вот это горизонтальное положение черепа, оно обеспечивает замечательнейшими мышцами, которые совершенно огромные, которые оттягивают голову назад, приводят к формированию всяких гребней на черепе, которые, конечно, не дают так здорово развиваться их мозгам, как у нас, потому что у нас черепная коробка сверху этими мышцами не охвачена, и поэтому мозги могут неограниченно расти. А с другой стороны, это придает им прочности, и гориллу бить по голове чем-то бесполезно абсолютно, потому что там, кроме шкуры, как бы, да, волосы кожи, такой вот слой мышц, ну, буквально в смысле вот такой, то есть там мышцы у нее вот на макушке, на голове, больше, чем у меня на руке. Ну, как бы я не самый великий качок, да, поэтому там получается у нее больше. То есть у нее голова мускулистее моей руки. И потом еще и череп, понятное дело, и голова абсолютно защищена. А у нас голова практически не защищена. У нас, конечно, тоже есть височная мышца, но это уже не про шею, а про жевательное, но тем не менее. И она как бы есть, конечно, но она кончается гораздо ниже. И получается, что у нас и кость здесь тоненькая, она и всегда у всех приматов там не что-то толстая, и у нас тем более она тоненькая, и мышцы еще тоненькая, поэтому висок очень уязвимый. И удары висок это один из самых опасных, не бейте друг друга в висок, не надо этого делать. Потому что здесь как раз пробить без проблем можно. Горилле вряд ли получится, ну если только шмалей там какой-нибудь, не знаю, ружья, вот. А у человека легко и непринужденно. Поэтому да, у нас есть как бы плюсы свои, теперь голова у нас вертикальные, мозги большие, но и минусы тоже есть, мы стали более уязвимы. И статистика черепно-мозговых всяких травм тому свидетельствует. У горилл, кстати, повреждений лица тоже бывает много, они берутся тоже периодически довольно сурово. Но сагитальный гребень может повредиться, но не мозги, мозги защищены. То есть там такие контрфорсы, которые ни одному пожарному с там, шлемом не снимется. Ну вообще комплекс прямохождения в целом тоже уже рядом рассматривается как великое и могучее достижение, потому что он был ответственен много-много за что, в том числе вот, за редукцию шерсти и за то, что мы стали такие ловкие с трудовой кистью, о чем я сейчас скажу, и за то, что у нас мозги стали развиваться. Но такой ли уж это прямо плюс? Потому что выпрямление нашего положения тела привело к тому, что усилились изгибы. Ну, у шимпанзе, например, позвоночник тоже, конечно, не идеально прямой, да, и не совсем уж другой, если она встанет на задние ноги. Ну, хотя обычно у нас на четвереньках, там просто другая получается. Но человек хронически ходит на двух ногах, и у него появляется лордоз, шейный и поясничный. Ну, во-первых, шейный лордоз у 20% людей таки отсутствует. То есть рентгенография показывает, что у 20 примерно процентов людей шейного лордоза нет. И поэтому, когда говорят, что шейный лордоз, это сидит такой человеческий там осанки, все дела, это не очень верно, как бы, ну, пятая часть. А во-вторых, с одной стороны, эти изгибы появились, конечно, и способствуют амортизации при ходьбе, когда мы ходим, прыгаем, то, ну, как-то немножко пружинит вроде. А с другой стороны, из этого масса-масса всяких сложностей. Выпадение межпозвоночных дисков, там, проблемы с внутренними органами, которые теперь лежат не по-человечески, ну, в смысле, не по-нормальному, когда на дугу позвоночника вниз подвешены, а именно, что по-человечески, стопочкой друг на друге, давят друг на друга, из-за чего бывает там, опущение почек, выпадение матки, там, с кишечником какие-то сложности, с желудком, там, сердцем, ну, со всеми, с другими органами, я могу там по списку перечислять, защемление нервов, мозговых, чего у животных почти никогда не бывает.
потому что они на четвереньках от ихтиостейки бегают до сейчас, и, в принципе, там все уже так отработано, ну, там, все, отбор, все, кто мог умереть, давно умерли. А у нас еще как бы до идеала далековато. И вот если, допустим, долго стоять, то спинка начинает болеть, если долго сидеть, тоже спинка начинает болеть, если долго лежать, то тоже спинка начинает болеть. И вообще непонятно, какое положение для нас нормальное. У обезьяны все понятно, у нее спинка как-то не особо болит, а у нас болит. Ну, понятно, что комплекс прямоглазения включает не только позвоночник, но и форму грудной клетки, и таз, и бедренные кости, но там те же самые проблемы. То есть, с одной стороны, конечно, прямоглазение поменяло основательным образом наш таз, вот, а с другой стороны, тут же вошло в строжайший конфликт с мозгами, с теми же самыми, потому что при двуногом хождении, тем более жизни саванне, когда надо, как мы знаем из первого доклада, бегать за антилопой 15 километров, хорошо бы, чтобы головки бедренных костей были как можно ближе друг к другу. Ну, собственно, как у всех зверей нормальных четвероногих и есть с самого начала. Потому что это тогда центр тяжести близко к прикреплению ног к тазу, и меньше мы сил тратим на скачивание туда-сюда, на поиск вот этого равновесия, и все становится хорошо. Ну и у всех зверушек, собственно, таз узкий. Но детишки с большими головами должны рождаться шибко умные, и поэтому хорошо бы, чтобы таз был широкий. Непонятно, как быть, потому что, ну, у обезьян все просто. У них голова маленькая, таз узкий, и все хорошо. Но у австралопитеков таз получился в какой-то степени даже гиперсапиентный, слишком относительно широкий, но у них это все еще спасалось тем, что, во-первых, у них и мозгов было не так уж много, у австралопитеков, в принципе, как у обезьян. А во-вторых, они сами были мелкие. То есть, в принципе, у них абсолютный размер там, этого таза вот такой вот, всего-навсего. Поэтому там проблем особо и нет. А у нас уже есть, потому что у нас и абсолютные размеры довольно-таки приличные, и на двух ногах надо бегать все больше и больше. Ну, тем более, астролотеки, они вообще половину жизни деревьев все проводили. Ну, может, не половину, но часто, по крайней мере, там лазили, а мы все-таки реже лазили. И возникают сложности, из-за чего получается полидиморфизм. То есть, с одной стороны, женщины имеют широкий таз, чтобы рожать особо головастых детенышей, а мужчины должны иметь узкий таз, чтобы бегать за сайгаками по степям и не особо при этом раскачиваться, и меньше энергии тратить, и больше сайгаков ловить. Но это какая-то ерунда, честно говоря, тем более, что из этого, опять же, куча всяких проблем возникает. Вот. И с родами, собственно, у женщин в первую очередь, естественно, и при передвижении, потому что есть масса всяких врожденных патологий опорно-двигательного аппарата, параличей, там еще чего-то, что связано с нашим прямохождением. Когда там мышцы неправильно развиваются, когда ягодичная мышца, допустим, не перемещается с исходного такого переднебокового положения на заднее, и человек никогда не сможет ходить. Ну, ничего хорошего от этого нет. Поэтому прямохождение как бы да, но до совершенства ему, строго говоря, далеко. Кроме прочего, у нас нижняя часть позвоночника, ну, тоже как в таз, как комплекс входит, входит крестец. Ну, одна из особенностей нашего крестца – это то, что у нас крестец очень такой монолитный, сросшийся, очень прочный, консолидированный, потому что мы тяжелые достаточно, все-таки более-менее крупные, и нагрузка вот прямо на крестец все приезжает. А с него передаются на тазовые кости, которые по бокам, ну и, собственно, на землю. Но вообще-то мы в этом смысле не уникальны. То есть это, конечно, да, это прогрессивный, такой особенно специфический признак, но если посмотреть, у гориллы он тоже сроченный, и не вовсе не потому, что она на двух ногах ходит, а просто потому, что она тяжелая. Потому что она большая, и даже при горизонтальном положении, и, там, при тех немногих случаях, когда на две ноги встает, тоже нужно, чтобы крестец сросся, но он срастается. И в этом смысле человек вроде не очень уникальный. У других человекообразных обычно либо он остается вообще не сроченным, у шимпанзе, например, либо срастается, ну как-то так себе. Так что здесь нам тоже есть к чему, строго говоря, стремиться. Ну, про редукцию шерсти и развитие потения и пигментации вы все уже знаете. Из предыдущего доклада много больше я не скажу. То есть, как бы да, редукция шерсти – это такой специфический человеческий признак, возникший, как мы теперь знаем, порядка там, миллионов, двух миллионов, ну, я думаю, и 3 миллионов лет назад. Но тоже массу проблем создает, потому что детеныша для себя уже так не потаскаешь,
рефлекс характерно сохраняется, хватательный, и у кого детишки есть, ну или кто сам еще детишка, то прекрасно знает, что вот так хочется вцепиться детишке в волосы и повиснуть, ну или на бороде на какой-нибудь, но далеко не утащишь. То есть это, конечно, наши предки в каком-то смысле повернулись на пользу, потому что невозможность таскать детишек на голове и ну, на исчезнувшей шерсти привела к тому, что пришлось таскать на руках, из-за этого пришлось вставать на две ноги, ну, по одной из гипотез, по крайней мере, а самцам пришлось гораздо более бодро бегать по саванне, ну, там, с зайгаками, ну, по крайней мере, с каким-то зерном, там, фруктами, чтобы кормить мамашу эту несчастную, которая таскается с детем на руках, ну, тоже по-нормальному на спину посадить. И вот этот весь комплекс проблем вызвал развитие нашего прямохождения, ну и дальше понеслось вот до разумности. То есть в итоге эволюционно это привело вроде бы даже к плюсу. Но у обезьян проблем гораздо меньше в жизни из-за этого. Но уж то, что мы стали активно потеть, о чем опять же мы не все знаем, с одной стороны, это, конечно, классно, когда мы бегаем по саванне голышом. А с другой стороны, ну вот я как домой не приду, сразу вот моя жена, например, морщится и говорит, иди-ка ты слегка помойся, например. Ну, когда я там после трудового дня чтения лекции вспотевшей возвращаюсь. И, конечно, у нас эти там акриновые железы вроде бы очень редкие, но они такие есть. И даже те, которые акриновые, тоже, в общем, белки содержат, потому что там 1%, но никуда они не делятся. И насколько это такой же прямо плюс, большой вопрос. Ну а уж то, что мы потеряли подшерсток и не можем согреваться. Ну вот Александр говорил, что подшерстка у приматов нет. На самом деле он не очень правильно выразился, потому что у обезьян нет подшерстка, у большинства обезьян, потому что у некоторых широконосцев тоже есть, а у полуобезьян подшерсток есть. Потому что полуобезьяны, ну лемуры какие-нибудь, там волкопяты, они маленькие, и они остывают очень быстро. Даже если они в тропиках живут, они ночной образ жизни ведут, но ночью все-таки будет немножко там холоднее. И при их маленьких размерах это приводит к тому, что они просто замерзают. Поэтому у них подшерсток вполне себе нормально имеется. А когда наши предки стали более-менее крупными, уже обезьянами, да еще и дневными, то вот стало неактуально, и подшерсток тогда исчез, ну, кроме некоторых широконосов и вроде бы японских макак, но про японских макак что-то непонятно, если говорят, есть или нет, надо еще проверить. А, ну, то есть кому-то это известно, но вот, я видел противоречивую информацию. Но у нас точно нет. И у человека в разных точно ни у каких нет. И это, конечно, прогрессивно и круто, но вот в наших условиях, да, вот если там за окном посветить фонариком, то как-то хочется, и неплохо бы, наверное, с подшерстком было бы. Может быть, гораздо бодрее бы расселялись из Африки, может быть, гораздо раньше освоили севера, и стали, опять же, там, цивилизацию построили, и такое прочее. А может быть, наоборот, меньше, потому что меньше потребностей бы было. Тут можно гадать, как всегда, если ты кобы. Но вот теперь подшерстка нет, вот я хожу весь замотанный шарфиком, с ветерочком, да, вечно все простывшие, с насморком. Ну, потому что предки слишком хорошо жили на деревьях днем, большие и теплые, и как бы не надо им это было. Но достижение, мягко говоря, сомнительное. Ой-ой-ой-ой-ой. Опять какой-то глюк. Так, сейчас. Спойлер, а? Значит, понятно, что кроме всей верхней части комплекса прямохождения, у нас есть нижняя, у нас есть стопа, например, ну, если спуститься как бы на нижний уровень. И стопа наша, да, очень специализирована, она очень крутая, замечательная, потому что если посмотреть на стопы древнейших человекообразных проконсула, например, который жил 15-18 миллионов лет назад, она у него по принципу строения практически такая же, как у шимпанзе и у гориллы. То есть большой палец оттопырен в сторону, ну, с той поправкой, что у проконсула еще был прихальник, такой косточка отдельная, самостоятельная, а у современных человекообразных ее обычно нет, но это мелочи. А так, в принципе, да, длинные тонкие пальцы подательные, маленькая пятка, потому что она там не шибко актуальна, и к тому же еще стопа способна поворачиваться взад-вперед, сколько угодно, вот так вот. То есть если вы сходите, допустим, в московский зоопарк, посмотрите на орангутанов, там это достаточно смотреть.
он сидит, у него стопа вывернута вот подошвой вперед. И смотришь, ну, я уже палки, наверное, у него вывих ужасный. Ничего, там вверх, как бы для него это нормально, сублимированная. Стопа это как бы норма жизни. А у нас все пропало, потому что надо ходить на двух ногах. И поэтому большой палец присоединился к остальным, ну и не только палец, а и первая клюшневая кость стала гораздо массивнее, ну, она и была очень слабая, но стала массивнее. Все суставы превратились в предплюсни и плюсни плоские практически, неподвижные. Ну, хотя, если сильно надо, если у человека нет, например, рук и приходится пользоваться ногами, то люди каких только чудес не совершают, и там крестиком вышивают, и, там, машины водят, все, что хочешь делают. Но это если очень надо. А так, как у среднестатистического человека, это все совершенно неподвижно. И ну, как-то так уныло, прям скажем. То есть получается просто такая опорная штуковина. Но специализированная. Правда, есть такая тонкость, что для амортизации, опять же, для того, чтобы у нас не просто стучаться сверху вниз прямо об почву, а чтобы как-то давление распределялось, возникли своды. Это прогрессивная особенность, без сомнения. Это классная такая штука, то есть продольный свод, поперечный свод, который распределяет давление, ну, как бы по окружности, да, и снижает по центру. То есть, например, если человек весит в среднем, ну, для круглости, чисто для расчета, 100 кг, на одну ногу приходится 50 кг, из них 25 кг приходится на пятку, и 25 на 5 пятных костей. Ну и как бы так, по 5 кг на каждую косточку. Да? Ну, на практике там на первую побольше, на последнюю поменьше, на 7 чуть-чуть. Но, короче, немножко. Однако же, это как бы классно, такое распределение. Но сделано у нас явно еще несовершенно и совершенно убого, потому что сплошь и рядом возникает плоскостопие, когда либо нетренированность стопы, либо переизношенность, слишком большая нагрузка на стопу, приводит к тому, что стопа проседает. И тогда все эти 50 кг, а если на одну ногу стоит, это и 100 в этом расчетном человеке, будут стучать на переднюю часть пяточной кости вот сюда вот, и нога будет болеть. То есть у нас, конечно, да, такая вот стопа со сводами, прогрессивная, мы можем долго бегать за этими антилопами, 15 км антилоп таки сдохли там и нет, но явно здесь есть еще что доработать. Потому что у нас эти самые своды стопы поддерживаются, на самом деле, с мышцами, и это как-то вот не круто, потому что ту же самую штуковину можно обеспечить жировой ткани или связками. Ну, например, у того же самого слона под пяткой находится огромный толстый слой такой соединительной ткани, даже не жировой, но типа жировой. И он практически ходит на цыпочках с опорой на подушке, на пятку. У него нога не болит никогда. То есть слоны, они не ложатся, что они всю жизнь стоят, как бы, да? Ну, кроме там редких случаев. И ноги у них не болят прекрасно, они живут десятки лет, в принципе, как человек. И нет у них никакого плоскостопия по определению, потому что они ходят на подушечках. А другой вариант, как это можно обеспечить, это можно сделать, как я сказал, связками. Это как сделана шея у жирафа. У жирафа от затылка до задницы идет огромная связка, единая, сплошная, которая растет медленнее, чем сам жираф. И поэтому, по мере того, как он вырастает, связка остается как бы чуть-чуть покороче, а жираф чуть-чуть подлиннее. И голова у него все время натянута назад, получается. И поэтому ему труднее опустить голову, чем, собственно, надо поднимать. То есть у него нет мышц, даже каких-то особых, там, запредельных, которые бы ему поднимали голову. То есть мышцы есть, конечно, прямые мышцы, но они как бы не важны. То есть он не тратит усилий на поднимание головы. Вот когда опускать голову, у него проблемы возникают, да. И когда ему надо опустить голову, ну, наверное, может, видели фотографии там, или видео пьющего жирафа, когда он раскорячивается страшной позой, когда там очень странно наклоняет голову, чего, между прочим, у жирафа экономия воды больше, чем у верблюда. Он более засухоустойчивый, чем верблюд. Потому что ему трудно пить. Но вот у нас, если такую же штуку встроить в стопу, сделать просто связку вот так V-образную, и все бы чудесно работало. Но нет, потому что наши предки еще не так давно скакали по ветвям, и поэтому у нас там мышцы. Поэтому мы ходим на этих мышцах, у нас амортизация идет мышцами, у нас своды поддерживаются мышцами. И поэтому, если долго стоять или сидеть, ну, с опорой на ноги, то ноги начинают болеть. Все поголовно учителя, такие кассиры, фрезеровщики,
и там прочие люди с состоящими профессиями имеют проблемы с ногами, просто поголовно. Именно по этой причине. Ну, то есть, как бы считать это вершиной эволюции, как-то, не знаю, не очень, по-моему, круто. То есть явно еще доработки тут возможны. Ну, я уж молчу про то, что наше стопохождение, оно вообще не оптимально для наземной жизни. Потому что возник вот из древесной стопы, которую мы хватали из-за ветки, а все нормальные наземные животные, причем не только млекопитающие, но и птицы, например, они достигли куда большего совершенства. У них опора идет в одну единственную точку, в одно место, ну, там, или два места, да, вот у страуса два пальчика осталось, у лошади один пальчик, у какой-нибудь там коровы два тоже, ну, функционально все равно один по сути. Возможно, всякие хитрые варианты, это вот тоже как версия нашего будущего, потому что у нас идет так называемая латерализация стопы, потому что у нас давление идет в основном на первую клюшневую кость, на пятую клюшневую кость, то есть как бы на края, на первую и последнюю, а серединка как-то так и провисает. Ну и здесь морж, он достиг куда большего совершенства, потому что у него тоже стопа вот такая, бока развитая, а серединка практически пропала, но у нас она как раз не пропала. И это наше, по сути дела, эволюционное будущее. Ну, кроме вот этого, если там макропитеки не рассматривать, то вот это вот, это то, к чему мы стремимся. Другое дело, что у них это все возникло, ну, у страусов вообще, видимо, там, в мировом периоде, если не раньше. А у парнокопытных, ну, как минимум, в оцене где-то там, миллионов, так, 40-50 лет назад, когда приматы еще там только появились, по деревьям скакали, у них уже были копытцы вполне себе. Правда, человек предвосхитил вот эту биологическую эволюцию, не дожидаясь, пока она отбором нам все-таки копытцы таки создаст. И там вопрос еще парнокопытный, парнокопытная. Ну, опережая время, мы себе сделали копытцы. Ну, если вы себе на ножки посмотрите, они вполне у вас функциональные есть. То есть вот она единая точка опоры и существует. Но не только количество пальцев, понятное дело, касается, потому что, как я сказал, приматы имеют активную способность повороту стопы, пронацию, супинации, а у нас-то такой способности вроде как уже и нет, мы так повернуть не можем наверх стопой. Но все-таки она болтается. А вот лошадь или корова голеностопный сустав не вывихивает практически никогда. Хотя весит намного больше нас, скачет с размаху, да, с печатными копытами, но при этом ноги-то не подворачивают, ну если уж совсем это не замучить. А человек вывихивает ноги тоже рядом. Сейчас, я думаю, все травмпункты завалены такими людьми с какими-то там травмами голеностопного сустава. Потому что мы с деревьев слезли слишком недавно, и еще отбор не достиг этого. Ну, а уж тем более при наличии травмпунктов и не достиг никогда. Потому что никто не умирает, как правило, от того, что он упал и вывихнулся голеностопный сустав. И поэтому это наша проклятая судьба, вывихивать его и вновь миллионы лет. Ну и назвать это вершиной эволюции, что-то как-то не надо. Ну, понятно, что с обратной стороны стопы есть кисть на передней ножке. Наша кисть, прям скажем, вообще не вершиной эволюции. То есть, с одной стороны, конечно, у нас есть трудовой комплекс, и кисть немножко специфичная, но с другой стороны, вообще она не специфична, потому что общий план строения гориллы, шимпанзе, нас, ну, можно сюда там орангутана добавить, кого угодно, он слишком похожий, тут мало очень ничего поменялось. С другой стороны, есть масса особенностей, которые в нашей кисти, строго говоря, примитивнее, чем у гориллы, шимпанзе. Потому что гориллы и шимпанзе имеют адаптацию к хождению на согнутых фалангах пальцев. У них масса всяких приспособлений, и сегодня даже вот Александр упоминал наличие потовых желез на передней стороне фаланг пальцев. У них там не только потовые железы, у них там, например, узоры есть, как у нас на кончиках пальцев, вот эти вот дактилоскопические, у них на тыльных сторонах фаланг, ну, собственно, по той же причине. Это сказывается, естественно, на строении самих фаланг, и лучезапястного сустава, там, лучевой кости, запястных костей, там масса-масса всего. И выходит, что если мы будем сравнивать нашу кисть с обезьянами современными, с обезьянами ископаемыми, ну, тем же самым проконсулом, который жил, скажем, 15 миллионов лет назад, то получается, что наша кисть больше похожа на кисть проконсула, чем кисть шимпанзе или гориллы на кисть проконсула. То есть у нас вот этот комплекс хождения на согнутых фалангах не возник, а у гориллы шимпанзе возник.
И поэтому они прогрессивнее по строению своей кисти. У них изменений больше не копилось. И какая же вершина эволюции, если кисть у нас примитивнее. Но, правда, некоторые особенности все-таки у нас есть, потому что наша кисть все-таки трудовая, и у обезьянок большой палец маленький, как бы незапредельно хватательный, но там, да, он совсем крошечный, а у нас он весь такой трудовой, поворачивается куда угодно, у нас запястье довольно-таки широкое, ну, правда, малоподвижное, и, ну, какие-то особенности у нас все-таки имеются, как бы. Но прогресс ли это? Вот вопрос, потому что единственное такое действительно крутое достижение, которое вот видоспецифическое, строгое, которое есть у всех людей, ну, по крайней мере, в норме чаще всего, и которого нет у обезьяны, которое наше достижение, наша вот такая фишка, это седловидный сустав между костью трапеции и первой пястной костью. Вот в этом месте этот сустав находится, так называемый седловидный сустав, вот здесь достаточно очевидно нарисовано, когда вот так вот эти две кости соединяются, образцово-двухосный, когда движение возможно в двух плоскостях, приведение-отведение, разгибание-разгибание. Вот, а вращать мы здесь не можем. Ну и это дает возможность тратить меньше энергии при поднимании тяжести или при фиксации какой-то тяжести в руке, возникло, судя по всему, при трудовой адаптации. То есть когда наши предки стали колоть орудие из камня, делать типа, что-то тяжелое, то есть запястье укрепилось, и вот этот сустав стал седловидным, чтобы палец не проворачивался. Ну вот, допустим, у шимпанзе он далеко не такой седловидный, ну, как бы, да, наоборот, это человек, а вот этот шимпанзе он гораздо более плоский. И если шимпанзе попробует что-то большим пальцем так поднимать, у него палец будет прокручиваться. Но и у шимпанзе, тем более у горилл, там такие мышцы, что им это и не надо. Они так что-то сгребут так, что не оторвешь. Вот, поэтому им как бы вроде не шибко надо. А у нас, да, вот это фишка, это достижение. Но как бы, одна форма одного состава на целую кисть. На самом деле есть еще, конечно, особенности. Есть, например, шеловидный отросток третьей пястной кости. Ну, я уж не стал себе картинки представлять, как можно. Но на третьей пястной кости у нас есть такой отросточек в основании, этот шеловидный отросток, он заклинивается между костями запястья и не дает нашей кисти болтаться слишком далеко в сторону. Обезьян задача, чтобы она далеко болталась, чтобы все на ветке перескакивали. А у нас нужно, чтобы оно, средний палец был зафиксирован и никуда не вылетал. Но это как бы да, такой комплекс, но у гориллы тоже есть такой шеловидный отросток. Потому что горилла просто очень тяжелая. И, как я уже говорил, опирается на вот эти самые кисти, на согнутые фаланги. И поэтому у нее точно такой же признак, но по другому поводу возник. И поэтому это как бы, да, конечно, достижение, но у горилла тоже есть. А на самом-то деле, если мы посмотрим на разных приматов, то мы увидим, что наша кисть, ну, совсем убогая, потому что есть огромнейшее разнообразие разных вариантов кистей. Одна из самых моих любимых версий – это кисть руконожки. Руконожка Ай-Ай, мадагаскарский такой экзотический примат, который формально вроде как лемур, но на самом деле не очень даже лемур, имеет очень длинные пальцы, особенно средний, очень такой узкий, вытянутый, тоненький, и руконожка этими пальцами много чего может делать. Ну, например, по ночам руконожка идет по тропическому лесу и этими пальцами стучит по всяким стволам. И слушает, разрезает свои замечательные уши, у него очень большие уши, что-то внутри этих стволов происходит. То есть это получается такая, по сути, эхолокация простукиванием. Слышат вот эти отражения звука, находят пустоту, а когда при постукивании там начинает шелушиться какая-то личинка, ну, она нервничает, кто-то стучит ей в ноги, вот, начинает шелушиться. Руконожка это дело слышится, и здоровенными зубищами прогрызает там дырку, про зубище я сейчас скажу, и этим пальцем через эту дырку выковыривает. Посмотрите всякие видюшки в интернете, про это очень классно все снято. Ну и на самом деле этим же пальцем она точно так же выковыривает, допустим, мякоть каких-то орехов, прогрызает тоже дырку и пальчиком оттуда все это выковыривает. Человек так не получится. У человека пальцы слишком толстые, ну и иногда мы тоже, конечно, что-нибудь выковыриваем из чего-нибудь, потом облизываем, но как-то это считается не очень, потому что мы не умеем на самом деле. Если эволюционно судить, то просто мы завидуем руконожкам, а они это делают намного эффективнее. Ну и вообще вариантов экзотических, всяких прикольных специализированных строений кисти
здесь стопы тоже огромное количество. Другой вариант, допустим, у долгопята. У него и на кисти, и на стопе, кончики пальцев, да и подушечки на и стопах тоже, и кистях, расширенные в виде присосок, и он просто прилепляется к веткам. Ну, потому что зверек маленький, у него, в общем, большой палец даже противопоставляется, но хватить как ветку он не может, поэтому он просто приклеивается естественным образом. У него же, кстати говоря, кости стопы срастаются в цепку, такой основатель, ну, у него очень длинная пяточная кость, ладевидная тоже очень длинная. И, ну, они, вернее, я не правильно, они не срастаются, они просто вытягиваются, но очень длинные. И получается такая прыгательная цепка, с помощью которой он может скакать. Вообще скачет, между прочим, на 6 метров. Ну, попробуйте 6 метров, ну, наверное, как у меня до стены, больше даже, да. То есть человек, насколько мне известно, ну, стандартно такой средний, с места, без разбега, прыгает где-то метра там полтора. Ну, если он тренируется, если он там не сильно толстый, то на два, допустим, он там прыгает. Я не знаю, сколько мировой рекорд, честно говоря, с места прыжка, но я думаю, что меньше 6 метров, даже если где-то там 6 кто-то сиганет с места без разбега, то какой человек размером, какой у нас ноги, да, он с рычагку больше, а долгопятку он размером с водой. И ничего сигает. То есть, в принципе, если опять же пересчитать это все в процентах, к размеру тела, в длину, то все наши эти олимпийские прыгуны должны вообще в дворники податься, потому что ну, позорище просто. Благодаря, вернее, для того, чтобы так здорово прыгать, у него большая и малая грудцовые кости срослись между собой. И получается такая тибиофибула, когда малая грудцовая кость срастается. У человека тоже такое когда-нибудь, наверное, будет. Но мы до этого еще не доросли. У долгопятых такое сокращение произошло еще где-то 40 миллионов лет назад, или раньше даже. Даже, скорее всего, и раньше. Ну, просто там не так много костей ног известно, там челюстей хватает, с ногами проблемы. Но у них срослось, и прекрасно они себя чувствуют. А у нас она еще не срослась. То есть у нас, конечно, это, вот я как уже сказал, дает возможность поворачивать стопу чуть-чуть, но больше дает возможность вывернуть стопу, чем, собственно, поворачивать. Поворачивать нам не надо. И у всех нормальных наземных животных либо срастаются большая малогрудцовая кость, либо малогрудцовая вообще исчезает концами. Ну, как если вы будете куриную голень, допустим, есть, там сбоку вместо малогрудцовой такая узенькая, тоненькая фенюшечка. И у человека тоже такое будет 100%. Более того, периодически рождаются люди с врожденным отсутствием малогрудцовой кости. Ничего, тоже живут вполне себе. Нагрузка на нее в любом случае не передается, она в коленном состоянии никак не участвует, она там свой сустав отдельный, и, в общем-то, она нам не нужна вообще. Но вот она у нас какая-то рудиментарная есть, долгопятка нас обогнали в лицо. А есть другие варианты, и можно тут еще было бы там штук 10 свадеб таких делать, какие-нибудь там котта, лори, да, они, в принципе, родственники, вот у них рука преобразована в клешню такую здоровенную, которая можно прицепляться к веткам, вообще не отделешь никак, он на ней может подвешиваться, и на одной ноже может ручки висеть. Ну и человек тоже, в общем, может, но он так всю жизнь так проводит. А человек сколько поясит, отвалится. Или, допустим, паукообразные обезьяны или колобусы, которые не шибко росли между собой, потому что паукообразные это широконосые, мартышкообразные, но, как видите, здесь большого пальца фактически нет. То есть он жутко редуцирован. На скелете, кстати, он есть, а на живом он вращен как бы в кисть, и кисть превращается в такой крючок, которым классно можно цепляться за ветки, но не дает возможности что-то брать. Но у них это компенсируется либо тем, что им не сильно надо, потому что колобусы они листоядные, и в принципе листья можно и так есть, а паукообразных компенсируется наличием хватательного хвоста, который очень длинный, как сегодня тоже звучало, там даже есть эти самые железы потовые, ну там опять же есть папиллярные узоры, вот, как у нас на пальцах, и можно на нем подвешиваться. Там у меня уже была картиночка, где такая паукообразная, на хвостике висит. И это, с одной стороны, как бы с нашей точки зрения минус, да, отсутствие большого пальца, то есть трудовой деятельность, как всегда, не особо занимаешься, с другой стороны, приводит к компенсаторному развитию еще одной конечности. И вот что лучше, иметь маленький большой палец или большой хвост, который еще одна рука, фактически функциональная, в котором можно много всего интересного делать. Брать предметы, подвешиваться на ветках,
обиваться там с друзьями там, за плечи, обнимать их, как эти прыгуны, они когда кучкой сидят на ветке, они хвостиками так очень трогательно сплетаются, и они такие пушистенькие, причем такие очень прикольные, ну опять же, посмотрите на картиночки. Так что наша кисть, она как-то совсем без фантазии. Ну и, собственно, вывод из всего, что я говорил про кисти и стопы, то, что кисть наша, строго говоря, примитивная, и сохранила план строения, ну, не то чтобы прямо от их неостеги, но чуть-чуть попозже, то есть где-то там карбонового периода, и вот с тех пор мало что у нас там поменялось, кроме этого несчастного единственного сустава. Ну и там еще мелких мелочей. А стопа у нас, да, специализированная, но явно недоспециализированная. То есть тоже есть еще к чему стремиться. Но не руками, ногами, как мы только гордимся. Кроме прочего, современный человек склонен гордиться тем, что у нас грацильный череп. Что, дескать, вот у предков-то череп был такой тяжелый, массивный, ну, если недавно предков брать, ну, допустим, если посмотреть на человека из Брокенхима, да, у него огромные брови, здоровенный гребень затылочный, тяжеленные челюсти, ну и кости свода у некоторых пятикантропов до 2 сантиметров толщиной. Ну, это ее мое, на самом деле, потому что у современного человека где-то 5 мм в среднем, а там 20. Но вообще-то, то, что у современного человека череп стал грацильнее, чем у недавних предков, ну, 300 тысяч лет назад, 500 тысяч лет назад, это тоже не факт, что прям такой прогресс, потому что если посмотреть на приматов широким взором, то мы увидим, что варианты есть самые разные. И есть как очень массивные представители, гораздо более массивные, чем наши предки, что вот эти гребни и нагрудные дуги у гориллы в разы больше, чем у какого-либо из наших предков вообще. А есть гораздо более грацильные персонажи, у которых и кости свода не очень-то толстые, и мышцы слабенькие, тут даже вот этой височной линии не видать у гиббона, это гиббон, а у человека видать чаще всего. Ну и без проблем можете у себя височную линию здесь прощупать, а у гиббона не получится прощупать. Так что, опять же, получается, что человек, он занимает и не максимальное значение, но и не минимальное. И какая же вершина, если мы ставим где-то серединки. То есть изменчивость по отряду, она перекрывает наше положение в обе стороны, на самом деле, и в эволюционном аспекте в том числе. Ну и на самом деле, если вникать в особенности строения черепной коробки, то единственное, действительно, истинно такое мега-прогрессивное свойство современного человека в черепе – это раннее, наоборот, позднее зарастание швов свода черепа. У нас череп состоит из отдельных костей, которые с возрастом срастаются. Но у обезьян они начинают срастаться, вот это вот сказать, антропология с нашей, черепа детеныш гориллы и шимпанзе. Вот они там открыты, швы, но уже начинают срастаться, когда еще молочные зубы даже есть. И уже какие-то следы срастания, например, изнутри свода видно. Поэтому, когда горилла немножечко вырастает, у нее кости уже слиты, и мозги дальше расти не могут. Ну, там до 400-500 грамм она на рынке догоняет, там 700, может быть, у гориллы, а дальше там 750, может быть, но все, дальше уже никак. Череп костенел, гребни появились, приехали. А у нас для начала есть здоровенные родички, довольно долго, и у маленького ребенка прикольно можно так пальчиком там потрогать, оно прогибается. А потом швы вот эти самые, ну некоторые довольно быстро зарастают, допустим, металлический шов, хотя тоже не у всех людей. А остальные начинают, так, если конца, зарастать где-то лет так 24. То есть в том возрасте, до которого они все обезьяны, в принципе, доживают. А у нас они только начинают зарастать. И учитывая, что расчетная, как бы проектная продолжительность жизни человека где-то на самом деле 30-35, то можно считать, что мы практически всю жизнь живем с открытыми швами на черепе. Ну а часть швов, она, собственно, и гораздо позже зарастает. То есть 24 около того лет у нас эти швы только начинают зарастать с внутренней стороны. Снаружи это даже никак не заметно, надо внутрь смотреть. А так более-менее капитально они зарастают лет 50-55. Вот. А прям так, чтобы совсем, чтобы зарос, допустим, чешуйчатый шов, который височная кость стеменной, это надо дожить до 80 лет, это тоже как-то не каждому дано еще до таких годов дожить. Ну и это уже вообще никак не рассчитано в нашей биологии, но некоторым дается, скажем. Но и то,
есть некоторые личности, отдельные люди, у которых и там, 50, 60 лет швы открыты по полной программе. То есть это дает возможность нашему мозгу потенциально расти, ну, как минимум до 20 с чем-то лет, а иногда даже и больше. Ну, на практике оно растет где-то лет до 20 с чем-то, и то там уже так не сильно. То есть до 7 лет растет бурно, в 7 лет это уже там 90-95% взрослого состояния, и потом догоняется где-то там последние 5%, еще там лет там, 10-15. Но, тем не менее, возможность есть. И да, это действительно прогрессивный признак. То есть вот все, что я отхаял до этого, это как бы ерунда, а это, наверное, единственный нормальный признак, который позволил нам что-то достичь, не снижая приспособленность. То есть я лично не знаю каких-то минусов вот у позднего возвращения этих самых швов. То есть прочность черепа от этого особо не страдает, ну не такая она там запредельная требуется на самом деле, и как-то вроде и не хуже. Чему следует на то, что, например, у многих людей метаплический шов сохраняется, в некоторых популяциях до 20%, а у многих зарастает, ну, большинство, собственно, заросшее, и вот вы у себя никогда в жизни не узнаете, открыт, но у вас не открыт. То есть вы можете прощупать и даже что-то там покажете, что какая-то там бороздка есть, вот у меня, например, такое есть, но там венка идет, или, может быть, это на самом деле не шов, а венка. Ну, на какой-нибудь там рентген, томограмме можно посмотреть. Так что да, это достижение. Пока, как видите, такое одно, несомненно. Есть другие особенности. Например, подбородочный выступ. Подбородочный выступ – это, да, видно специфический признак. Он особенный, он характерен только для видов Homo sapiens. Возник, ну, как минимум, где-то там 1040 лет назад, а может быть, так, заметно раньше. Там пока как бы есть вопрос, но 300 тысяч лет назад его точно не было. 100 тысяч лет он иногда, 100 тысяч лет назад у кого-то появлялся, но как-то так, как-то невнятно, и чаще всего тоже не было. Ну, а где-то там от 40, может быть, до 50 и больше, он уже явно вполне себе был. И с пожалетом распространено мнение, что подбородочный выступ каким-то полумистическим образом связан с речью, и поэтому это такой прогрессивный признак. Однако же мы видим, что подбородочный выступ есть, например, неожиданно у мандрила, и есть, например, вообще у первой, у лимики, которая вообще там какой-то непонятный зверообразный зверь, такого вот размера, головешка у нее, ну, череп в Этнологическом музее, можете увидеть реконструкцию оттуда же, и у нее подбородочный выступ гораздо больше, чем у нас. Я сомневаюсь, что они прям много болтали, может, конечно, они от этого и умерли, слишком болтали, но сомневаюсь все-таки. Поэтому подбородочный выступ, как просто выпячивание передней части нижней челюсти, никак, никаким мистическим образом не связано с речью. Но у человека связано, но не прямым образом, а косвенно. Потому что в тот момент, когда наши предки стали активно использовать огонь и орудия для приготовления пищи, ну, а орудие 2,5 миллионов лет назад, даже чуть раньше, а огонь так более-менее бодро где-то с 350 тысяч лет назад, то усваиваемость пищи выросла, жевать стало надо меньше, и зубы стали уменьшаться. Не потому что они полезнее, маленькие, а потому что они не нужны большие. То есть, опять же, давление отбора упало, уже стали меньше становиться, но говорить-то уже к тому моменту научились. И говорение – это очень полезный признак, который как бы очень хорошо иметь. И для того, чтобы говорить, надо иметь довольно большое расстояние между подбородком, задней стороной, и подъязычной костью, ну, то бишь гортанью, и какая-то подбородочная подъязычная мышца, она должна иметь определенную длину, ну, просто чтобы гортань двигалась на нормальном расстоянии. Поэтому получается, что верхняя сторона нижней челюсти укорачивается, вот это вот, где зубки находятся, зубки маленькие становятся, а нижняя не должна укорачиваться, и остается торчать вперед. Ну и как побочный эффект получается, да, подбородочный выступ. Но он сам по себе, в общем-то, не нужен. Потому что, насколько мы знаем, и какие-то неандертальцы тоже вполне себе, видимо, говорили, там, по массе параметров, как бы выявляется, и у них не было при этом никакого подбородочного выступа. И бывают современные люди иногда, ну, редко, правда, но бывают, у которых тоже нет подбородочного выступа, и ничего им говорить не мешает. Тут я упомянул редукцию зубов, и да, у нас зубки маленькие, это вроде как прогрессивный признак. Чаще всего упоминается не редукция даже зубов в целом, ну, хотя как, чаще не чаще, но часто, а редукция именно клыков. Потому что наши клыки, они действительно маленькие. И они похожи то ли на резцы, то ли на премолеры. И какие-то они вообще ни о чем.
как-то вроде и так, если так не приглядывался, не считать, даже и непонятно, кто из них резец, кто премоляр, а кто плойка. Ну, то есть по счетам-то мы поймем. Но вот здесь тоже как-то не вполне очевидно. У обезьян все с этим проще. У них здоровенные клыки, альвеолярная дуга практически прямоугольная. И вот эти углы этой буквы П раз оставляют клыки. А дуга может даже назад сходиться ближе быть сзади, чем спереди. Ну и на нижней это вот челюсть самки, поэтому здесь клыки не такие большие, но тоже довольно приличные, там есть диастема, а у нас никакой диастемы нет, но диастема это промежуток, где противоположные клыки вставляются. И вроде бы да, мы прогрессивны, вот прогрессивный признак, везде и всюду написано, что редукция зубов в целом и клыков в частности, это классный прогрессивный признак. Но вопрос, так ли это, потому что если мы сравним себя не с гориллой, и не с шимпанзе, и не там, с павианом с каким-нибудь, а с предком, потому что мы не из горилл возникли, это вообще там, мы возникли из проконсула. И вот если мы сравнимся с проконсулом, то мы с удивлением обнаружим, что проконсул на нас больше похож, чем на гориллу. И поэтому, опять же, вот эти маленькие размеры зубов, даже в той степени и формы, альвеолярные дуги, у нас скорее примитивные, а у гориллы специализированные, прогрессивные. То есть изменений от проконсула до гориллы в этом смысле было больше, чем от проконсула до нас. И у нас, конечно, зубы уменьшались, это факт, и у всяких там астролоптеков они были сильно больше, чем у нас. Но уменьшение от проконсула до нас, или там от астролоптека до нас, гораздо меньше, чем увеличение от проконсула до гориллы. То есть, если по модулю брать, то у нас изменений было меньше. Поэтому наш вариант примитивный, опять же, ну, на нижних руках здесь все-таки побольше, значит, и почему через самки я поставил, что это тоже через самки на самом деле, и, ну, чтобы было как сравнение адекватное. Ну и здесь, да, немножко вот он выступает, но тоже гориллы бывают разные. Это еще сточенный зуб, на самом деле, это видно, сточенный. А так он торчит до видео. И более того, маленькие вот эти размеры наших зубов, это, конечно, классно, но это далеко не самый эксклюзивный вариант. Есть варианты по разным всяким приматам, уж тем более другим животным, гораздо более зашкаливающие. Ну, у нас маленькие клыки. А у той самой руконожки вообще нет клыков. И у нее даже от рецепта сохранилась одна пара. И там маляров, там, премаляров там почти не видать. А зато вот эти вот сохранившиеся единственные две пары рецепт, верхние и нижние, обладают способностью к неограниченному росту. Ну, вот у меня, например, рецы уже вообще никакие, все стерты, с пломбами, и что-то мне как-то вот это не очень нравится, честно говоря, и выглядит тоже не фонтан. А у руконожки таких проблем нет. Они у нее растут всю жизнь постоянно. Потому что, как я уже говорил, у нее задача прогрызать дырочки в бревнах, в орехах. И как у грызунов, зубы постоянно все время растут. Сейчас, насколько мне известно, огромное количество ученых бьется над задачей регенерации зубов у человека или каких-то крыс, там пытаются что-то делать, выращивать новые зубы. У руконожки этих проблем нет, у нее растут всегда. И не выпадают, и пока она не помрет, они у нее так или другой прямо загибаются. А есть другие приматы, у которых клыки умеренного размера, огромного размера, возникают всякие хитрые варианты там, первого нижнего премоляра, так называемый секториальный премоляр, которого не было, опять же, у наших предков прямых таких совсем, ну, как потом он возникал, и нет у нас, а вот у павиан возник, и он такой весьма специфический зуб, такой загадочный. Ну, а уж тем более, если посмотреть других животных, ну, тоже мандрил, очередной саблезубая обезьяна, у которого клыки больше, чем у леопарда, и у не особо одаренных мандрилов клыки торчат ниже края нижней челюсти. И это по сравнению с общим предком намного более критический вариант, чем наши маленькие клыки. Или, я там молчу про всяких саблезубых тигров, космилусов, которые сейчас сумчатые. Вот. А в другую сторону есть существа, у которых зубы исчезли вообще. И какая-нибудь там проехидно-буйная, да, муравьед, какой-нибудь там еще, не знаю, панголины всякие, у них зубы вообще исчезают в конце, как у этих, например, или сильно редуцированы, как уже у многих. То есть вариантов вообще полно. И у нас зубы, да, специализированные, свои такие прикольные, но как-то не эксклюзивные, прям скажем, не супер особенные. И можно такой специфики мелкой искать еще много. Ну, так вот, не вдаваясь уже совершенно в подробности. Допустим, височная кость, изобильная совершенно на всякие пупочки, выросты, бороздки, дырочки,
которые очень полезны для систематиков, и систематика млекопитающих вообще и приматов в частности, это систематика либо зубов, либо височной кости. Ну и тут как бы есть некоторые косяки, потому что у нас челюстной аппарат уменьшился, все эти зубы, челюсти стали маленькие, легенькие вроде, и мышцы особенно стали маленькие, легенькие. И чтобы говорить, и чтобы все-таки этими слабенькими мышцами жевать, и чтобы челюсть у нас не отваливалась, возник вот такой, допустим, предсуставной бугорок. Ну, у обезьян его нет, что характерно, там почти все ровная поверхность, потому что там такие здоровые мышцы, что они все держат на месте. Вот. А у нас он специальный бугорочек, чтобы слишком челюсть не открывалась при слабеньких мышцах. Но, с другой стороны, у некоторых особо прогрессивных, особенно девушек, у которых мышцы самые слабенькие, бывает такая штука, как привычный выгиб челюстного сустава, когда такая особо прогрессивная девушка бугорочек имеет маленький, ну, потому что как весь рельеф, ну, раз уж прогрессивное свойство этого маленький рельеф, и здесь, значит, маленький бугорочек, вот, и мышцы тоже слабенькие, и зубки тоже маленькие, и челюсть совсем-то маленькая, но челюсть все-таки есть, и она немножко все-таки что-то весит, и поэтому, когда такая особо прогрессивная девушка зевнет, или, допустим, весело засмеется, ха-ха-ха, у нее рот открывается, отваливается и обратно не встает, потому что выскакивает из вот этого вот нижнечелюстного сустава. И бывает это регулярно, более того. Ну, у моей жены, например, такая руда, поэтому я это наблюдаю не каждый день, наверное, но регулярно. И у дочки моей, судя по всему, такое же есть. И еще как минимум двух я таких знаю девушек. Ну вот, я не знаю, может, поднимите руки, у кого вот только здесь есть. Есть? Нет? Уже никого нет. Минимум все стесняются особой прогрессивности. Вот. Но вообще, на самом деле, это встречается очень часто вообще-то. И это прогрессивный признак, но тоже немножко сомнительный. Ну, тогда приходится рукой со щелчком, тык-тык-ток, вставлять это дело на месте. Ну, таким вот четко его слышим, причем щелчком, скучающее движение, потому что это привычный выбив, раз он привычный, бывает. Так, сейчас опять прыгну куда-то. Ага. Ну, конечно, все вот эти особенности основания черепа, височной, в том числе кости, там, нижней челюсти, во многом связаны с речью. И у нас, да, есть масса всяких особенностей в строении гортани, подъязычной кости, речей, мышц, там, всего прочего, связанных с речью. Например, диаметр подъязычного канала, который у шимпанзе маленький, тоненький, у нас он большой, вышел диаметр, чтобы нам проходил толстый нерв подъязычный, который все это будет богато иннервировать. У нас грудная клетка расширена сверху, чтобы много воздуха вдыхать, чтобы хорошо регулировать, опять же, дыхание. Ну, я говорю с остановкой, что поговорили, да, и быстро-быстро то вдыхаю, то выдыхаю, то задерживаю, то ускоряю. И это как бы круто, потому что это дает огромные преимущества. Ну, вот я, например, могу здесь трудить, да, полдня, и завтра буду легче читать, и послезавтра буду легче читать, и тем же буду, собственно. И успешно процветать. И, видимо, это было очень-очень полезное свойство. Для чего у нас все перестроилось? И одной из задач всего этого было опускание гортани. Потому что когда она очень высоко поднята, как у шимпанзе, под язык, то она становится очень малоподвижной, самая гортань. Ну, как у всех нормальных животных, она не особо куда шевелится и говорит, когда нельзя. Ну, и язык получается тоже не подвижный. А у нас она уехала в шею. Ну, благо, что шею можно вытягивать до некоторого момента, правда, это создает определенные тоже проблемы, там куча всяких сложностей, но тем не менее, она уехала, шея стала вытянутая, гортань опустилась, но это, конечно, классно, но тоже возникли проблемы, потому что у обезьян мягкая нюка и над гортанью смыкаются между собой, как у всех нормальных зверюшек, включая новорожденных детей, ну, где-то там до года, там, до двух лет жизни, у них тоже все по-человечески, ну, то есть по-нормальному. И поэтому такие существа, они могут либо дышать в стандартной конфигурации, когда над гортанью сомкнут с мягким небом, и воздух через нос идет куда надо, в гортань, в легкие. Либо хватать, и когда еда проходит через рот, она толкает над гортанью мягкое небо, те мягкое небо поднимается, над гортанью опускается, пища попадает в пищевод назад, ну, в горло, потом в пищевод, и подавиться они, в принципе, технически не могут. Ну, только если они будут уж так обожрутся, что у них вот сюда полезет, да-да, практически они могут подавиться. Собака такое бывает, когда собака такая сосископодобная уже лежит, уже вот она какая-то, у нее переваливается с обратной стороны уже из горла пищевого,
кота. Но это клиника уже. А, там, мопсы всякие. А в нормальной ситуации либо дышит, либо глотает. И ребенок то же самое. Он либо сосет молоко, либо орет. Ну, другое дело, что он это настолько быстро чередует, что удается вроде как почти синхронно это делать. Сплошь и рядом можно прочитать, что ребенок может одновременно и дышать, и глотать. Он не может технически одновременно и дышать, и глотать. Но он может быстро это менять, и подавиться тоже, в общем-то, не может. Ну, где-то там, по полутора годам, двум годам гортензия опускается. Человек обретает способность говорить, ну, там, где-то года два начинает уже говорить, но гортензия с этим днём различаются между собой. И с этого момента мы можем попытаться и глотать, и говорить одновременно, что люди регулярно, собственно, делают. Самый такой безобидный вариант, который все на себе испытывали, это когда, там, какой, не знаю, праздник, Новый год, день рождения, все веселые, довольны, пьют чай, вот это все такое шутканет, и все начинают смеяться, и из носа чай выливается. Вот. Ну, всем это, я думаю, знакомо, так или иначе. Но это самое безобидное, потому что, ну, чай, в принципе, из носа, это весело, прикольно. А совсем печально, если это будет что-то такое через рот тяжелое и так далее, ну, такое массивное, да, компактное, и оно провалится в гортань, потому что у нас уже нет никакой гарантии, что в гортань не пропустится, как у обезьяны. И можно пытаться и говорить, но для говорения на гортань подняты, и пища попадает в гортань. Вот. Ну и можно умереть. Есть статистика, вот у Маркова где-то вот копал, приведена статистика по США, что смерти от подавления пищи на шестом месте среди всех несчастных случаев. Вообще, ну, как бы, вариантов несчастных случаев, как вы понимаете, огромное количество. Там, я не сомневаюсь, что на первом месте какие-то автомобильные аварии стоят наверняка. Но шестое место – это очень высокий рейтинг. И это очень опасно. Но это вот тот случай, когда эволюция создала откровенно вредный признак, потому что говорить полезно всем, а давится все-таки не так уж часто. Ну, когда я ем, я глух и нем, как бы спасение наше в этом, но никакого такого рефлекса универсального у нас так до сих пор не возникло. И если человек подавился, то не надо со всех сил включать его по спине, приговаривая, давай, давай скорее. Вот, потому что тогда, скорее всего, вы заколотите ему эту сюда же трахею, и тогда он наверняка окончится. Но по-хорошему надо положить его на коленку, ну, съев, перекинуть, желательно, как ногами, и охватить снизу, со всей силы поддыхать и дернуть, чтобы сдавить ему живот, живот сдавит диафрагму, диафрагма толкнет легкие, из легких там будет достаточный объем вытолкнется, и поршнем выдавит, что у него там застряло, некоторые говорят, что наружу, но если он как ногами, еще сила тяжести поможет. Ну и вот такой, да, способ помогает. Вот. Ну и тогда после этого может встретить спине и так далее. Так что речь — это классно, но имеет свои недостатки. Одна из штуковинок, которые обеспечивают нам способность к речи, является подъязычная кость. Наша подъязычная кость, она, с одной стороны, вроде как привязана к речи и вроде бы должна быть довольно специфичной, а с другой стороны, на практике она не шибко специфичная. Но вот я думаю, вы здесь с первого взгляда не особо разберетесь, какая из них человеческая. И тут есть и гориллы, шимпанзе, гиббонов, там, 5-10-го. Вот человеческие вот эти вот, там, детская и вот этот неандерталец. Так что, вообще, на самом деле, когда впервые обнаружили кость неандертальца из Гебары, попытались конструировать его голосовой аппарат, сделали кучу выводов, что они там звук А говорить не могли, а какие-то там могли. Но потом другая группа исследователей, более видимо одаренных, проанализировали не только человека и неандертальца, а еще 26 видов других млекопитающих. И обнаружилось, что межвидовая изменчивость очень маленькая, на самом деле, в морфологии подъязычной кости, а внутривидовая, вот здесь внизу, да, человеческие кости, очень большая. И поэтому, строго говоря, если вот по таким морфологическим критериям судить и с такой позиции подходить, то корова тоже должна говорить, однако же вычинить. И поэтому напрямую морфология подъязычной кости как-то вот не очень срабатывает. Ну, вот здесь тоже подъязычные кости людей, разные варианты. И, как видите, они сильно-сильно разные. Все друг от друга отличаются. Вот. А с коровой, правда, очень похоже. Ну, можете пойти на рынок, в магазине такой не продается, но на рынке может быть, и купить язык с гортанью. Ну, язык вы сварите, съедите, телячьи мягче, а долго, но гортань, если вы выварите, у вас там останется вот такая подъязычная кость.
которое морфологическое, человеческое вообще никак не отличает. Ну, здоровое. В последующем только удалось уже показать, что неандертальцы, как мы уже говорили, по трапекулярной структуре внутреннего строения, вот этой самой подвижной кости, там, да, как у человека. Но не только подвижная кость образует у нас голосовой аппарат, еще есть, допустим, шаловидный отросток на основании черепа. Тоже такой прогрессивный признак, ну, это рекордный случай, такого обычно не бывает, уже совсем запредельный. Обычно этот отросток, он довольно-таки небольшой, но его прощупать так нельзя, там, в глубине. К нему крепится, ну, от него начинается, вернее, шелоподвижная мышца, которая идет все к той же самой подвижной кости. И тоже обеспечит нам способность говорить. Поэтому у обезьяны на месте этого отростка ямка, там мышца та же самая есть, но она крепится брюшком, поэтому на месте прикрепления получается ямка. А у нас, поскольку мы говорим, там сухожилие, получается отросток. И у австралопитеков у всех ямка, кроме одного индивида, а у хаппилисов дальше у всех отросток, кроме одного индивида, у которого такие ямки. То есть получается, что на переходе от австралопитеков к хаппилисам вероятно, начала появляться речь. Ну, я не скажу, что они прям могли трындеть, как я, начинали, да? Но, может быть, и времени побольше вообще было. Так что, шаловидный отросток появляется, и это как бы прогрессивный, да, признак, классный, но тоже имеет свои недостатки, потому что иногда он бывает слишком крутой, когда вот появляются в этой мышце и в сухожилии дополнительное костенение, а бывает, когда они не то, что дополнительное, а прям вот такой вот штырь, ну, вот это вот запредельный уже вариант, и нет такой связи, что чем больше отросток, тем болтливее человек. И наоборот, да, там, ни в какую сторону это не работает. Потому что если отросток слишком длинный, то на мышцу места не остается. И на движении не будет, и горда вообще двигаться не станет. И тогда человек будет немой. И более того, ну, немой это еще ладно. А бывают такие прецеденты, когда слишком длинный отросток при повороте головы пережимает сонную артерию, и можно как бы так заснуть вообще навсегда. Так, голову повернул, привет. Так что берегите шаловидный отросток. Это еще один 100-500-й пример того, что слишком прогрессивное значение не очень тоже хорошо. Но я уже молчу про то, что, как всегда, есть отдаленные существа, у которых все гораздо круче, чем у нас. Потому что, ну, мы, да, говорим, конечно, у нас голос есть, но вот обезьяны и ревуны имеют вот такую вот подъязычную кость, которая, как видите, у нее размером практически с нижней челюсть, в виде такого огромного черпака, огромного, который дает возможность ей надувать вот такой вот горловой мешок. Ну, у сиаманга там подъязычная кость не так впечатляюще выглядит, но горловой мешок еще даже более надутый, и благодаря этому они могут орать на несколько километров. Сиаманги как минимум километров там, на 2-3-5, а про ревунов я видел информацию, что они на 16 километров могут кричать. Ну, это так вот для ориентации, где-то от Кремля до МКАДа примерно, ну, если по горизонтали, например, по широте. То есть, если кто-нибудь там со Спасской башни, допустим, там, Путин, закричит там, как бы, да, то на МКАДе будет слышно. Там, я вас уже осторожно, вы здесь не услышите, но на МКАДе будет слышно. И это как бы гораздо круче, чем у нас. То есть, люди, конечно, тоже громко могут орать. Рекорд, насколько мне известно, принадлежит какой-то женщине из Латинской Америки, которая заорала как взлетающий воин по децибелам. Это тоже круто, но ревун все-таки громче. Правда, при таких способностях теряется возможность членораздельной речи. Ну, то есть она и, как бы, и с самого начала не было, ну и ограничения есть. И насколько нам известно по ископаемым подъязычным костям, у австралопитеков, афарских, там есть одна подъязычная кость из дикихи, были горловые мешки, конечно, не такие, но тем не менее. И они могли громко орать, как шимпанзе современные, у них тоже есть большие мешки, но не могли говорить. А начиная как минимум с гидрогетисов, ну, скорее всего, сильно раньше, уже так громко орать не могли, но зато могли членораздельно говорить. Потому что громкость и членораздельность, они, строго говоря, обратно пропорциональны. Для этого достаточно сходить в оперу, например, и в этом четко убедиться. Потому что, ну, либо громко, либо понятно. Одно из двух. Но есть еще масса всяких особенностей мелких. Тут я уже так скорее так, между делом упомянул. Например, остистые отростки на шейных позвонках у гориллы они вообще совершенно страшные, да, у шимпанзе так поменьше, но тоже такие прямые. А у человека со второго по шестой шейные позвонки обычно они такие раздвоенные. А седьмой он уже такой снова длинный. Если вы себя на шее прищупаете, то найдете такой пупырь в основании спины или шеи, в ту сторону считаете.
что эволюция, я так думаю, специально нам оставила, чтобы антропологи могли измерять длину шеи, потому что иначе объяснений у нас никаких нет. Но вот на всех остальных шейных позвонках, у неандертальцев, кстати, там все шейные позвонки были с такими длинными, потому что у них не было антропологов, поэтому не все длинные. А как антропологи появились, вот в большинстве появилось такие раздвоенные верхушки, и это, да, как бы прикольно. То есть это вид специфический, но в чем тут прогрессивность? То есть единственное, как, почему это возникло, что мы стали активно вертеть головой, потому что шея вытянулась, чтобы горда не пустить, и любопытство, видимо, добавилось. И головой мы стали вертеть, ну из-за этого у нас такие сосовинные отростки у нас появились, здоровые, то есть лишние кости там, грудино-ключичная сосовинная мышца большая стала, но отростки, вот они у нас не до конца срастаются. То есть эмбрионально-то они там две штуки в любом случае. И у обезьян нормально срастаются, потому что проще должна быть, потому что голова тяжелая. А у нас мозгов-то много, а голова легкая на самом деле. Поэтому отростки могут не срастаться. Но ни к чему хорошему это тоже, в общем-то, не приводит, потому что единственная радость от этого – это экзамен перелома землекопа, который может быть, заключающийся в том, что если человек стахановскими методами дает угля в стране, допустим, или картошки себе в погреб, то на определенном моменте, когда он уже к стахановскому рекорду как раз подходит, уже вот его перевалит, и тут идет трапециевидная мышца, хреб, и отрывает ему вот этот самый хиленький остеоартрит шейного позвонка. Хруст пополам, и вот валяется недели две, у него шея болит, но потом прорастает, да, и как бы он идет снова в забой и снова дает угля стране. И в 19 веке это было довольно регулярно в шахтах у шахтеров, потому что там ручной труд был, ну, если там Диккенса, там, не знаю, средства почитает, да, все там ужасы индустриализации. И у них известные случаи, когда на одном человеке по несколько таких переломов последовательно вот оно скрупнуло, зажило, потом снова хлопнуло. Но поскольку иногда они продолжали работать, не особо ожидая, пока оно там зарастет, то может и не зарасти, а остаться отломанным. Там возникает кожный сустав, и подвижно будет. Но, правда, это начинает болеть, естественно, потому что мышцы за все это дело тянет. Поэтому, если вы посмотрите старинные картинки землекопов, они вот в какой-то такой вот странной скрученной позе. У них такие горбатые какие-то подтянутые плечи наверх, шея так вот назад, потому что он не может вот так гордо выпрямиться, потому что тогда у него мышцы будет тянуть, у него все там будет болеть, ломаное. И такие картиночки можно, например, увидеть на старинных картинках, вот всяких религиозных там иконах и так далее, когда какое-то погребение Христа, допустим, и на заднем плане стоят такие горбатенькие, значит, эти землекопы с лопатами, ну, которые, значит, могилы, которые копают, закапывают, и обычно искусствоведы начинают рассуждать, что это они, значит, в горе, тоскуют, такое событие, вот там, плохо, они вот такие, поэтому скрюченные. Нет, это не потому они такие, а потому что они перелом землекопа. То есть художники, они рисовали то, что есть, и то, что видят. И это, конечно, вряд ли можно считать великим достижением. Вот. Ну и есть еще масса-масса всего другого. Шерстейшая мышца спины, да, тоже как бы когда-то она была нужна, чтобы ходить на четвереньках, и все с ней как бы было чудесно. То есть вот у гориллы, например, она здоровая, и она отводит ногу назад. Потом мы залезли на дерево, на горилла тоже на дереве, и она стала подтягивать нас наверх. А потом мы слезли с дерева, и она уже и на четвереньках нас не водит. Ну, бывает, что там вечером прикрывать, да, заползти, но как бы тоже так. И на деревья тоже как бы не особо вроде лезем уже, ну, там, турники иногда. Но я не уверен, что многие из вас недавно болтались на турнике или там подтягивались наверх. Вот, хотя я, в принципе, по осени регулярно вижу в окно, как студенты Япони потрясают и, в принципе, используют. Но, тем не менее, когда современные какие-то качки себе развивают эту мышцу огромного размера и гордятся, что вон оно, у меня крылья такие, как у гориллы. Это как бы, в принципе, как хвалиться, что опейте 15 сантиметров, или там третий моряк какой-нибудь вырос, там, вот такого размера, там, как у гориллы, или там четвертый вырос. Вот. Ну, это как-то так. Так что большинство современных людей, она широчайшая, это широчайшая по площади, а по толщине практически как бумага. И так особо как бы назначения не имеет. Атлетис когда-то был очень полезной штукой, который переваривал много всего интересного и клетчатку, а у многих приматов подобные органы возникают, ну, правда, это не на основе атлетиса, но это вот четырехкамерный желудок тонкотелой обезьяны, когда желудок из четырех камер,
которые переваривают листья, ядовитые к тому же листья, то есть там четырехкамерные, симбиотические бактерии какие-то сидят, все это там обезвреживают, нейтрализуют яды, переваривают. И это гораздо круче, чем наш какой-то аппендикс, который вообще непонятно зачем есть, и от которого единственная как бы радость, что иногда он воспаляется, и тогда приходится его удалить. Ну вот, а так как бы, ну вот немножко там у нас стимулирует развитие иммунитета, но в принципе для этого тимус есть. Или, допустим, пальцы на ноге, ну вот я про что-то уже говорил, ну вот мизинец, да, если так вот в тонкости вдаваться, зачем нам мизинец на стопе? То есть когда-то он был актуален, потому что у шимпанзе, допустим, да, он такой хватательный, длинный, замечательный, ловкий, не под, ну, он сам по себе двигается, ну как у человека специальные мышцы для этого есть. У человека тоже, кстати, там есть специальные мышцы для него. Но у кого-то есть, а у кого-то и нет, у кого-то она слита с другими, у кого-то не слита, потому что у нас нет стабилизирующего отбора. Неважно, работает, ну давно вы пользовались мизинцем на стопе. Ну единственное, чтобы искать углы в темноте, допустим, да, где-нибудь там, ночью прокрадываясь на кухню, там, в холодильник какой-нибудь. Но, как бы, да. Или там третьи маляры, которые тоже когда-то были очень полезными. И поскольку они приближены максимально к давлению к суставу, височно-нижнечелюстному, на них наибольшее давление, и они такие весьма актуальны, и даже более того, у орангутанов часто четвертые бывают. Между прочим, у тасманийских аборигенов тоже была повышенная частота четвертого маляра. У них там кухня примитивная была, но у современного человека, как и все зубы, уже гораздо менее актуальны. И поэтому он как-то вроде бы и есть все еще, а как-то вроде бы и не особо. Поэтому у некоторых людей есть на всех четырех точках, да, сверху, снизу, справа, слева. А у некоторых где-то там в одном месте. Вот у меня, допустим, справа прорезались, пока мне их не вырвали, а слева не было пока. А моего папы там что-то лет там 50 с чем-то, по-моему, 60 уже прорезался. Так что у меня еще есть шанс, что слева тоже появится. Ну и как-то вот, в общем, радости от него тоже немного, прям скажем. У меня, например, один из этих третьих маляров резался под Новый год. И все лопали оливье, а у меня третий маляр резался примерно с такой же. И что-то как-то я не понял, что это прогрессивный признак редукция третьего маляра. Как-то я не оценил своей прогрессивности, тем более все равно мне он в итоге покрыл закалисом сверху донизу, и его пришлось вырвать с концами. Так что смысла как бы не особо. Так что да, у нас редукция зубов прогрессивное свойство, но что-то как-то не очень. А на самом-то деле есть огромное количество других существ, которые имеют гораздо более прикольные приспособления. И то, что вот у нас есть какие-то специализации, у других тоже есть. У кушкайщика там большие уши и ноги, на которых можно скакать. Страус, у него мозгов там не особо много, да, там меньше, чем 1-2 даже. А, 2. А при этом зато он с такими ножищами, что запинает кого угодно. Какие-нибудь там ткачки бьют совершенно какие-то сумасшедшие гнезда. Енот, у него кисть, в принципе, не менее ловкая, чем у нас. Там, почитайте Гарева, он там что только не делает этими руками. Жирафы с этой своей шеей, термитники, которые вверх-то какой гуайдер, да, только еще там треть, а сколько там внизу, и у них система вентиляции, какие-то там симбиотические грибы, и там что только нет у них, кастовая система, и опять же искусственный интеллект, ну и у муравьев еще хуже. И таких примеров можно приводить величайшее множество. Ну, вот моя любимая руконожка, комаровка, которая ловит добычу задними ногами, что чудесно, там всякие карликовые муравьеды, слоны, величие, совершенно какие-то безумные, и так далее, и так далее. Поэтому выводом из всего вышесказанного является то, что мы, конечно, вершина эволюции, раз мы до сих пор живы и пока еще не померли, ну и надеюсь, что не скоро, по крайней мере, помрем, это вопрос, но равным образом любое ныне живущее животное примерно такая же вершина. То есть если уж какое-то живое существо сейчас живое, то значит оно чудесно приспособлено к тем условиям, в которых оно обитает, и тоже, я думаю, помирать прямо не собирается. Поэтому эволюция, она многообразна, и хочется верить, что и у нас она будет продолжаться. Спасибо за внимание.